Здравствуйте, товарищи рыболовы! В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одной отличной приманке под названием FZ Standard Spinner, выпускаемой компанией DAM. Данная компания, точнее, аббревиатура названия компании расшифровывается как Deutsche Angler Manufaktur, и берет свое начало аж в 1875 году с небольшого магазинчика скобяных изделий. Как сама компания именно под этим названием начала существовать с 1902, если не ошибаюсь, года. То есть довольно-таки очень давно, уже более 100 лет. Забыл сказать, что это немецкая фирма. Удивительно, как она пережила войну Великую Отечественную, но сейчас речь не об этом. И они занимаются выпуском очень качественных различных приманок и рыболовных принадлежностей, известных по всему миру и пользующихся большим спросом. Их продукция продается в Соединенных Штатах, в Японии, в Европе. И что самое главное, они производят свою продукцию также в Европе, не гонясь за удешевлением производства, не перенесли его в Китай, что заслуживает отдельного уважения. Их и блесна, как и присуще всем немецким товарам, выполнены с очень высокой точностью, высоким качеством, с немецкой скрупулезностью. И действительно, к качеству данных блесен придраться фактически невозможно. Все петельки, сердечник, вся фурнитура очень качественная. Лепесток также годами проверенный. Это, можно сказать, классическая серия, которая сохранилась и по сей день с незапамятных времен. Серия FZ. Как раз таки вот это вот самое, то есть блесна под названием «Стандарт». Это не что иное, как еще очень старые блесна данного типа. Что самое главное, они прекрасно ловят рыбу. Немцы используют очень качественные материалы, блесна не ржавеют. Лепестки также, да, царапина, в принципе, подвержены все приманки, но тем не менее сохраняют свою привлекательность для рыбы довольно-таки очень хорошо. Единственное, что можно сделать с этими блеснами, это их оторвать. Не повторяйте моих ошибок. И я стараюсь такими вот хорошими блеснами избегать мест с коряжником. Очень жалко терять дорогие, хотя эта блесна не является таковой. Такие вот приманки очень качественные. Сказать, что я их сильно жалею, нет. Преимущественно я на вертушке ловлю на водоемах со стоячей водой, и где я могу использовать какой-либо отцеп. Если бы же это в летний период, когда вода теплая, то можно и залезть в воду и отцепить. И отрывать такие блесна просто жалко. Еще связано с тем, что не всегда их можно найти в розничной продаже нужного цвета и размера. Лепесток, как видите, вытянутой формы. Весит 10 грамм, 4 номер. Многие меня спрашивают, какой размер лепестка у той или иной блесны. Давайте как раз таки это и померяем. Будем... То есть длина лепестка 40 мм. В принципе, что я говорю, цифра 4. И ширина 20. Ну, если быть точным, то 19. Размер довольно-таки крупный. Блесна сбалансированы очень хорошо. Несмотря на то, что это вертушка, летят они довольно-таки прилично. Заводятся буквально с полоборота. То есть, несмотря на свой размер, она очень легко заводится и отлично ловит щуку.
Но также не стоит исключать и поимки окуня. Даже на столь внушительный размер, естественно, окунь может попасться довольно-таки трофейный. Блёсна очень классные, ловят, стоят сравнительно недорого. Я подхожу к приобретению снастей по такому принципу, что лучше купить одну приманку, чем несколько, но дешевых, из которых вероятность, что будут работать, там 50%. Всем нехвоста не чешуи, спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.